Городские власти готовы помогать промышленным предприятиям. Именно заводы в первую очередь дают существенные поступления в бюджет Ярославля. На одном из старейших предприятий сегодня побывал глава города Алексей Малютин. Предприятие с почти 100-летней историей. В прошлом году ему исполнилось 95 лет. Завод проектирует и строит различные суда, рыболовные, десантные катера, буксиры для ликвидации разлива нефти и другое. Сейчас предприятие выполняет заказы Министерства транспорта и Минобороны. Параллельно развивает хорошо забытое старое производство. На территории действует цех деревообработки, где выпускается продукция и для ярославцев. Под инвестпроект с новым оборудованием город может предоставить заводу льготу по уплате земельного налога. Работает более 600 человек, является стабильным плательщиком налогов. Предприятие развивается, получая заказы, строит новые цеха. Сегодня мы посмотрели цех деревообработки, поэтому руководитель готов к нам обратиться, чтобы получить эту льготу, чтобы предприятие могло стабильно развиваться и в будущем.